Тогда мне придется сейчас вызвать службу охраны. Вызывайте. Хорошо. Давайте, уходите. Почему? Уходите. Почему? Уходим. Потому. Уходите. Это не аргумент. Вы женщина, поэтому вообще лучше стоять. Руками трогайте. Слушайте, вы мужики уже в возрасте, но все же. Так и ушли отсюда. Интеллигенты. Нет. Вы, блин, на девушку лезете. На девушку реально. Мы, естественно, на девушку вступаемся. Все, мы заступаем. У нас есть разрешение снимать правонарушение. Нас здесь бьют на улице, поэтому извините, мы будем снимать это. Рот закройте. Какой вы поистину мужчина. Кто вас бьет? Увижу, что хоть одну машину наклеили, мы вас найдем. Что накажу? Ты японский городовой. Добрый день. Общественное движение стоп-кам. Стоите вторым рядом, мешаете проезду. Я в министерстве работаю. Вот сейчас он уедет, я встану. Это вам не дает, это вам не дает. К тому же там пешеходный переход, там тоже нельзя стоять. Слушай, не парь мозги, а. Я не парю. Я в машине нахожусь, прошу, я не ухожу из машины. Тем не менее, это вам не дает права стоять вторым рядом. Не насрать мне права. Отлично, ты башку замкнул. Вы мне угрожаете. Я тебя предупреждаю. Вы мне угрожаете убийством. Пошел ты. Я занимаюсь общественным делом, и я вам наклею наклейку, если вы сейчас не перепаркуетесь. Перепаркуйте, пожалуйста, машину тогда. На парковку внутри, например. Перепаркуйте машину. Мужчина, вас попросили. Здравствуйте, общественное движение стоп-кам. Ваша машина стоит вторым рядом и создает помеху движения. Она создает, потому что, посмотрите, это не дает вам права нарушать правила. Я не буду с вами общаться, я вам наклею наклейку. Пожалуйста. Юра Иванов. Запомни, Юра Иванов. Я это вот в камеру прям говорю. Ты гондон конкретный. Юр, а ты знаешь, что с гондонами делают? А вы Д'Артаньян. А? Один вы здесь самый умный. Да. Дальше. Ох, не получает. Молодцы просто. Вы считаете, мы правильно поступаем, да? Конечно, правильно. Обосрал? И закинул за щеку, поскакал, говно роняет. А почему так их хам? Почему вы матом ругаете? Потому что ты ноги поклеишь, а ты не хам? Нет. Ты гондон, потому что. Не надо меня оскорблять. Ты гондон. Пойдемте дальше, господа. Пойдем. Говорите, я не поэт, но я скажу стихами. Говорите. Иди ты, мелкими шагами, блядь.